Всем привет! Зима наступает большими шагами. Шершни еще есть, но сегодня не о шершни. Я не специалист по крысам, ни по мышам, но мой дом построен в 1800 году. Что было раньше здесь, не знаю. В общем, старый дом. Так, не буду петь, иначе пойдет дождь. В общем, на крыше постоянно шум. У меня дома 6 кошек, но они не являются охотниками. В общем, толстопузы. Толстопузы и ленивые. А в чем дело? Дело в том, что кошки предпочитают охотиться на корм для кошек, а не на то, что наверху. И да, и да. Реклама, да. И как это называется? Это называется фонарик. O-Light. Это суперлампа, извиняюсь. Я плохой рекламодатель. И даже не понимаю, зачем меня просят что-то рекламировать. Я получаю предложение, но когда я не понимаю, что это такое или это туфта, я просто это откладываю в сторону. А этот фонарик хорошо работает и очень полезен. Посмотрим на чердаке. Конечно, это не рентгеновская лампа. Голышом вы никого не увидите. Бьет. Скажу честно, что она хорошо работает. Так, в общем, все, будем говорить вот об этой штуковине. Это капканы, которые не убивают. Вместо того, чтобы везде раскидывать яд, я предпочитаю поймать животное и посмотреть, что это такое. Иногда это может быть интересным. Ну, крыса, конечно, это не интересно, но она мешает. Ну, они мне мешают спать. У меня несколько типов капканов. Это для больших крыс. Это для крысят. А это вот для крысыщ. Вуаля. И как все это работает? Видите, две дверцы. Здесь везде дверцы есть. Животное залезает вот сюда вот, а потом не знает, куда идти. Но, естественно, она идет дальше. В общем, она находится в ловушке, поймана, вот здесь вот. Ну и, естественно, нужно помещать вовнутрь приманку. Я думаю, что у меня на крыше Соня. Маленькое красивое животное. Я вообще не сторонник убийств. Видеть животное с плоской головой – это не мое. Ну, установим сначала это. И не забывайте, если вы вдруг на себя нанесли парфюмерию и прикоснулись к капкану, не забывайте, что животные не дураки. Если вдруг капкан запахнет лакостом, адидасом, то это будет работать хуже. В общем, работаем чистыми руками. Помойте руки, и все будет нормально. Я буду использовать два типа приманки. Корм для кошек, хорошего качества, и органические яблоки. Четверть яблока в каждую клетку. И все идет на крышу. И посмотрим, может, какое-нибудь красивое животное попадется. Я предпочитаю видеть животное живым. Конечно, если вы ставите капкан, то не забывайте, что если вы вернетесь через 6 месяцев, вы найдете там мумию. А так я смогу идентифицировать животное. Ну и буду знать, вредоносное оно или нет. Соня, к примеру, сегодня какое? 13 ноября? Нет, 23 ноября, извиняюсь. Если я сейчас ее выкину на улицу, то под такой погодой, плюс у нее нет запасов еды, для нее это будет просто-напросто концом ее жизни. В общем, короче говоря, увидим, что у нас там за животное. Может, мы его увидим завтра, а может, через неделю. Но как минимум я узнаю, что это такое. Без какого-либо убийства. Это важно. Но вообще нужно быть осторожным. Допустим, вы поймали мышь и сразу думаете, ой, какая красивенькая. Вы ее отпускаете на улицу, она сразу же обратно забегает. Ну а что касается кошек, как вы можете видеть по интернету, кошки гуляют, собака гуляет, мимо проходят леса, им все равно. В общем, на кошек или собаку можно не рассчитывать. Я живу в середине деревни, и у нас здесь полным-полно всяких животных. Это очень хорошо. Итак, начинаем. Идем на чердак и посмотрим, что у нас. Вы слышите?
Может, это сова? На операции. Дорогая, можешь выключить свет? Я хочу испытать фонарик. Волшебный фонарь. Ну, как вы можете заметить, это очень старый дом. Ну, скажем, еще хорошо изолированный. Так, слишком ярко. Дорогая, включи-ка, пожалуйста, свет. Короче говоря, лампа работает супер хорошо. Так, я положил яблоко в каждую клетку. А вот этот вот капкан, он хороший. У него две двери. Животное должно зайти сюда и так. Я вынужден был их разместить на стекловате, потому что мне неохота стекловату убирать. Вуаля. Завтра утром увидим. Я ставку делаю, что это Соня. А ты на что ставку делаешь? Тоже Соня. Хм. Две или одна? Одна Соня. Вообще, что делает Соня? Она должна пасть в зимнюю спячку. В данный момент она устраивает бардак. О, посмотрите, сторож. Но толку от него ноль. Осветим его. Это кошка. Ну, кошка, от которой нету толку. Вуаля. А может, это он бардак устраивает? Продолжение следует. До завтра. Ха, взгляни. Все-таки он что-то умеет делать. Уверен, единственную вещь, что мы здесь поймаем, это будет кошка. Объясни мне, что ты там делаешь? Жирный, как поросенок. Вечно голодный. Да, охотится на корм кошачий, он мастак. Сказать честно, фонарь хорошо работает. Но мне он не нравится, потому что пугает животных. Итак, через несколько дней ожиданий. Кошечка. Окей. Она хорошо охраняла капканы. Я думаю, что мы так ничего не поймаем. Что ты думаешь? Ты здесь что-нибудь видела? Итак, как вы видите... И на этом все. Под видео ссылка на фонарик. И конец видео. Я имею в виду под видео. В общем, я где-то там. Последний день Black Friday. Но я, как всегда, видео выставил поздно. Это ведь я. Скажи мне, пожалуйста, ты себя хорошо чувствуешь на стекловате? Она ведь не для отдыха. Ладно, до следующего. Бай-бай. С яблоками не получилось, положим кошачий корм.